нашего быстрого жанра. Прямо сейчас она может нарисовать ваш портрет, если вы захотите этого. Встречайте, Ольга Кисточкина. Услуги художника-портретиста всегда оправдываются, ведь с его помощью вы делаете незабываемый подарок каждому гостю. Как правило, живописцев приглашают на 2-3 часа, в течение которых они рисуют портреты всех желающих. Рисую на фестивалях, юбилеях, корпоративах. Преподаю живопись и рисунок. Пишу портреты маслом с натуры, портрет карандашом. Портреты получаются скорее в виде наброска, они линейны. Без детальной штриховой прорисовки. Такие портреты рисуются быстро, а память остается надолго. Естественно, подобный портретист – это большое дополнение, нежели развлекательная программа. Для тех, кому нужна необычная или требующая серьезных затрат времени работа, художник напишет портрет в любое время, в любой технике. Если вам нужен портрет масляными красками, в технике сухой кисти или просто портрет по фотографии, обращайтесь.